Петра и Кузнечик. Эй, Милдов! Милдов! Представляешь, я взял твое рагу с собой в пустоши. Его хватило на всю неделю. Чувствовал себя так, будто смогу придушить бегуна. Бери, пока есть. Кажется, у тебя можно разжиться неплохим провиантом. Что опять? Ты тоже можешь получить скидку, но придется зайти позже. А, по-моему, ты меня с кем-то перепутал. Так ты не от Ульвунда? Нет. О, извиняюсь. Просто его дружки от меня никак не отстанут. А тут еще пришел конец моей сковородки. Поскольку у меня и так куча проблем, может, перейдешь к тому, зачем пришла? За твоей едой? Ну, конечно. Люди Ульвунда создают проблемы? Ох, да. Они требуют моих лучших блюд. Но у меня нет оборудования, которое позволяло бы готовить в больших количествах. Я уже не говорю про скидку для Ульвунда, на которой они настаивают. А если ты откажешь? Я повар, не бузила. Как ты попал в скрежет горы? Услышал о новом развивающемся городе на границе. Где город, там и таверна. А я работу искал. Ну, пришел сюда и стал готовить. Некоторые тут ни разу не пробовали простого рагу из кабанины с ягодами. В общем, все возвращались, чтобы поесть еще. Еда им понравилась. И Лель. Тот клиент сказал, что твоя пища помогла ему выжить. Мне в пути такое пригодилось бы. Я бы с удовольствием помог, раз у тебя хватает приличия вежливо попросить. Но? Но у меня больше нет моей особой сковородки, а без нее я не могу готовить свои фирменные блюда. Не хочу думать, что будет, когда придется отказать Ульвунду и его дружкам. Даже если бы у меня были ингредиенты, я ничего не приготовлю. Если только ты не принесешь мне временную замену. Что тебе нужно? Из ингредиентов? Несколько кусков хорошего мяса и большой пучок стеблей горьколиста. Вот и все. А насчет сковороды, на время хватит листа рифленого железа, пока не сделают новую. Поищи в запасах мусорников, вдоль реки на северо-востоке. Не волнуйся, я его почищу. А кабанов и горьколист найдешь без проблем. Судя по одежде, ты хорошая охотница и собирательница. Я поищу. Спасибо тебе. Так вот, как звучит благодарность. И не давай никому с собой помыкать, ладно? Постараюсь. Мясо и горьколист нашла. Теперь железный лист из запасов мусорника. Ну, что скажешь? Сможешь выручить хорошую цену? Приходи хорошую цену, неплохо. А почему? Сюда, сестренка! Как я говорил. Рада тебя видеть. Осколки. Что даже не думай, что я забуду. Я ничего не забываю. Полегче, рыжая. Кушать. Надеюсь, сегодня хоть что-нибудь случится. Добро пожаловать, странница. Слыхали о бродячей труппе озера? Я бы к ним пошел. Да, и я тоже. Thank you.
мусорнике. Милдов сказал, лист железа найдется в их запасах. Тут листов нет. Надо осмотреть другую кучу. Приберегу на потом. Вроде у меня есть все, что нужно Милдову. Вот и хорошо. И я проголодалась. Ты не знаю, а я бы хотел больше ночных смен. Осторожнее. Кто-нибудь видел, куда я поставил кружку? Ну, кто-нибудь? Этого. Кто-нибудь? Ну, как здоровье? Да, паршиво. Так и знала. А я скоро снова пропустил день рождения дочери. Эй! Второй год подряд. Да ну, я тебя в любое время перебью. Пропускать такие события ради пары осколков. Нажило! И твою мамашу! Эти ты а, вот и ты! Я удостоился еще одного визита самого Ульвунда.
Он был настойчив, но я не отступил. Можно даже сказать, я дал ему отпор. О, да. И как же? В его блюдо я положил 3 щепотки соли вместо 2. Каждое путешествие начинается с первого шага. Кажется, это все, о чем ты просил. Раз уж ты меня вдохновила, постараюсь ответить тебе тем же. Пора готовить. Ого! Милдов, это было нечто. Когда понадобится лучшая провизия, ты знаешь, где я. Твой следующий заказ за счет заведения. Спасибо. И помни, не давай себя в обиду. Спасибо, что напомнила. Я как раз готовлю следующую порцию своего особого блюда. До новой встречи. Наконец, кажется, повар пришел в себя. Рада за него. А я слово попустил.